Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». В прошлом ролике, ссылка на него, если пропустили, в описании, и вот в уголочек щелкните, если с камеры посмотрите, показывал вам паэлью из морепродуктов и рыбы, из замороженных морепродуктов и замороженной рыбы, и рассказал про все подробности выбора размера сковороды под число едоков и про другие тонкости. Сегодня паэлья из курицы и кролика, и в этом рецепте есть свои хитрости, очень важные. Как всегда напоминаю, что основные этапы готовки и перечень продуктов вы прочитаете в конце ролика в титрах. Если вы посмотрите сегодняшний ролик и предыдущий, то вы сможете приготовить правильную, подчеркиваю, правильную паэлью из любого набора продуктов. Ну, вернее, не совсем так. Понятно, что рис и масло оливковое обязательны, а вот набор овощей и мяса, рыбы, птицы вы сможете варьировать по своему усмотрению, и вы получите правильную, абсолютно правильную паэлью. Итак, понадобится куриный бульон, я бы даже сказал курино-овощной. Принцип приготовления очень простой. Берете куриные запчасти, это кости, это остовы, это концы крыльев, можно даже шкуру использовать. В кастрюле с толстым дном на оливковом масле extra virgin обжариваете до подрумянивания, до хорошего зарумянивания всех костей. После чего добавляете туда овощи нарубленные. Это репчатый лук, это морковь, это лук-порей и белая и зеленая часть. И обжариваете, помешивая на таком же сильном огне овощи сначала до мягкости, а потом до подрумянивания уже и овощей. После чего заливаете водой, доводите до кипения, убавляете огонь до слабого, чтобы кипения уже практически не осталось, и варите час-два. Час, если у вас побольше там мяса и всяких концов крыльев, шкуры, допустим, и два, если у вас побольше костей. После чего процеживаете, снимаете жир обязательно, солите по вкусу, разливаете по полиэтиленовым пакетам по нужному вам объему и замораживаете. Получается вот такенная заготовка, которую вы всегда сможете использовать, когда она вам понадобится. Ну и остальной набор овощей прочитайте в конце ролика. Поехали! Брокколи разделить на соцветия. Кролика рубим на куски. Для такой сковородки, как у меня, целый не понадобится. Достаточно будет половинки. Четыре куска по куску на каждого едока. Курицу тоже разделить. Кстати, желтая она, потому что производитель утверждает, что кормит таких курей кукурузой. Обратите внимание, что концы крыльев, хребет и остов сейчас отправятся в морозилку. А когда наберется достаточное количество, я из этих запчастей сварю очередную порцию бульона. Так, помидор мелким кубиком, ну, относительно мелким. А зеленый перец, это, кстати, сладкий сорт, здесь называют итальяно. Вот его разделю на 4 полоски. Подготовка почти завершена. Почти, потому что надо будет растереть в ступке шафран, паприку и розмарин. Можно, конечно, и сухой взять, но если есть свежий, то это, естественно, лучше. Ну, конечно, помыть его надо. Естественно, растирать нужно только вот эти вот мягкие иголочки. Немного порубить и растереть с шафраном. И паприку тоже сюда добавить обязательно. И вот эту ароматную смесь заливаю практически кипящим бульоном, небольшим количеством. Это чтобы ароматы смешались и для того, чтобы шафран заварился и окрасил бульон. Все, пусть настаивается, можно приступать к процессу. Сразу оливковое масло. Экстра вирхен, это на испанский лад, я его называю. Это самый дорогой элемент паэльи. В прошлом ролике говорил, сейчас повторюсь. Это сковорода 43 сантиметра диаметром, дно диаметром 43 сантиметра. Ее хватает на 4, максимум на 6 порций, на 6 едоков. Если у вас сковорода диаметром 26-28 сантиметров, то больше, чем 2 порции вы на ней не сможете приготовить. Сейчас задача как следует подрумянить куски мяса. Это самый такой важный момент в курино-кроличьей паэлье.
практически именно вот эта вот поджаристая корочка и будет создавать самую основную вкусо-ароматическую ноту в сегодняшнем блюде. Так, что тут? О, отлично, просто вот отлично. Пока ромянится вторая сторона, уже можно и перец выложить. Вот его мне нужно слегка подпечь, вот прям только-только подпечь. Эти полоски для украшения нужны. Сейчас не прижарится, я сразу же их сниму с огня. Вот смотрите, вот такое вот состояние в самый раз. Они внутри еще абсолютно сырые, а снаружи уже слегка подпаленные, уже аромат приобрели. Все, кладем фасоль. Кстати, ей много не надо, она же уже готовая, вот эта вот белая. Она отваренная и замороженная. А зеленый так и вообще. Сразу, кстати, томаты сюда. Сейчас очень быстро лишняя влага из томатов уйдет, огонь-то сильный. И тогда сахара, которые в них содержатся, начнут карамелизовываться. О, мясо уже совсем румяное. Отлично. Да, так вот насчет размера сковородок. Если у вас только там 26-28 сантиметров сковороды, а нужно накормить большее количество народу, используйте две. Не надо в одну сковороду валить количество продуктов на большее количество едоков. Получится не паэлья, а каша. Все, довольно. Пора добавлять бульон. Помните, в прошлом ролике я сначала рис закладывал, обжаривал его и только потом наливал бульон. Но здесь у меня курица и кролик. Рис готовится за 18 минут. За эти 18 минут курица и кролик абсолютно мягкими не станут. Поэтому сначала подвариваем мясо, затем уже кладем рис. Прошло 10 минут. Сейчас хитрый финт ушами. Я убираю отсюда кусочки мяса. И вот только сейчас добавляю рис. Если его сразу насыпать, часть окажется на кусках мяса и не будет погружена в бульон. Соответственно, останется сырой. Да и разравнивать рис будет сложно. Ну и вот так вот все очень даже просто. Отлично, все ровненько. Вот сейчас можно добавлять тот бульон, который я вначале оставлял, в котором запаривался розмарин, шафран и паприка. Так. И пора уже брокколи выложить. Если ее заранее положить, она в кашу расползется и цвет потеряет. Завершающий штрих – перец, который я подпекал. Ну вот смотрите, укладывал я все минуты 3, так что еще минут 5 варится на слабом огне и можно выключать нагрев. После чего накрою и дам настояться 10-15 минут. Как видите, все очень просто. Увидимся за столом. Вот эта корочка на испанском называется сакарат. Это самое вкусное. И, наконец, долгожданный момент. Начну я, наверное, с риса, с этой корочкой. С корочкой сакарат. Это классно. Тут просто классно. Тут рис вместе... Мне сейчас попалась еще фасоль этот белая, гарафон, который испанцы называют. Она очень крахмалистая такая. Она очень сытная, классная. Рис весь пропитан вот этим вкусным бульоном. Так, ну, сейчас давайте пройдусь по кролику. Вот это
подрумяненного. Смотрите, какого. Диетическое мясо. Поджаристое сверху. Сочное внутри. Класс. Просто класс. Ну и брокколи. Очень важно брокколи положить в самом конце, чтобы она не сварилась, чтобы она начала становиться мягкой, но при этом еще была такая, я очень люблю это слово, хрумтело, от слова хрум-хрум-хрум, вот такая, знаете? Класс. И брокколи и зеленая фасоль придают этому блюду свежести, что ли. Короче, вы увидели, я надеюсь, вы увидели прошлый ролик про паэлью, вы увидели этот ролик, и вы увидели, что нет жесткого порядка закладки овощей, отлитого в бронзе, не овощей, риса. То есть, если у вас ваши основные продукты готовятся быстро, то вы сначала закладываете рис, обжариваете его с этими овощами, с этими продуктами, а потом доливаете бульон. Если у вас продукты, ну, как курица, как кролик, до мягкости готовиться должны долго, вы сначала их отвариваете в этом бульоне с овощами, только потом кладете рис. Короче, главное в паэлье четко понимать, сколько времени каждому продукту требуется на приготовление. И тогда вы, имея вот это понимание и используя правильный размер сковороды под то количество риса, которое вы используете, у вас получится все очень классно. Рис для паэльи круглый, лучше всего, конечно, сорта бомба испанского, но если нет, используйте краснодарский, никаких проблем с ним не будет. Вот арборио не очень хорошо подходит, он слишком много липкости выделяет в бульон, а рис все-таки в паэльи должен быть раздельный такой, слегка альденте. Короче, на этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за ваши лайки, за дизлайки, за ваши репосты. Готовьте паэльи, просто вкусно готовьте, не болейте. Всем пока!